Так, у нас невозможно следующий. Так, и кто это у нас такой? Ну-ка, давай поглядим. Так, аква какая-то. Ух, это опять лягушка. Ага. Я помню тебя, лягушечка. Так, ну что, ребятки, посмотрим, сможем мы на невозможном нет победить. Так, первый удар за мной. Отлично. Давай, давай, ну. Ничего себе, сколько она отнимает. Вот это да. Так, ну-ка, держи, держи по куполу. Куда ты прешь? Давай, заводим, ну. Ох, отлично, отлично. И кровотечение еще, и еще, давай. Ну, бьем, бьем, бьем. Ох, нет, нет, опять. Ну, что ж ты будешь делать, а? Эх, так, хорошо. Еще попыточка, ребятки. Еще попыточка. Так, давай вот так начнем. Вот, вот, хорошо. Хорошо. Так, куда? Куда ты летишь? А ну-ка, пошел от меня. Да ты посмотри, сколько отнимает. Это как так-то? Как так-то? Так много. Невыносимо. Невыносимо много. Да, держи, держи. Вот, отлично. Отлично, давай заводим. Вот, 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 есть. И ярость бури, и ярость бури. Кидаем ее. Вот, отлично. Хорошо, ярость бури применили. Давай, еще, еще. И сразу, вот, магию. Ах, нет, не тот удар хотел. Ну, 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 есть, хорошо, отлично. Ух, первый раунд. Первый, вернее, второй, второй, ну, первый раз. В общем, ты понял, да? Так, третий раунд. Третий раунд, пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи, чувачок. На, держи. Отлично. А, нет, 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 да что ты будешь делать? Ты посмотри, как много отнимает она, а. Как же ее выиграть, ребятки-то? На, держи. Ох, и все, и мы продули. Ох, жалко. Ладно. Сейчас купим какое-нибудь другое, наверное, оружие и попробуем другим оружием помахать. И прежде чем мы начнем смотреть видео, ребятки, я хотел бы вам показать одну замечательную вещь. Чтобы не пропустить видео на канале, вы должны нажать подписаться, если еще не подписаны. А также и рядом с подпиской есть такой вот колокольчик. Нажав на него, вы ставите галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». И тогда вы не пропустите новые видео с канала Funny Games TV. Ну и конечно же, не забывайте поставить лайк. Эгэгэгэгэй, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и мы продолжаем играть с вами в Shadow Fight. Ну что, давайте попробуем купить другое какое-нибудь оружие. Давно мы с вами не использовали других оружий, давай переходим сразу тогда в нашу оружейную. Посмотрим, что мы сейчас возьмем, что у нас есть новенькое. Так, поглядим давай, у меня 44 уровень, на 45 что мне будет доступно. Ух ты, какие-то косы какие-то будут доступны, ладно. Так, что у меня есть? Кстати, я же могу выбрать свои лунные сабли. Почему нет? И у меня тут хорошее похищение здоровья, зачарование стоит. Или боевые ножи. Нет, давай мы на следующем, мы лучше с тобой на 45-м или на 46-м уровне купим вот эти тонфа или тонфа-бластеры какие-то. А сейчас давай тогда выбираем свои лунные сабли. Давно мы ими не играли. Так, зачарование деактивировано. О, жалко, да, зачарование у меня ушло. Ну, ничего страшного, поиграем без зачарования. Может быть, я даже пойду на фарме себе побольше этих, как они, ММДМсинов. И мы будем с вами установим зачарование на лунные сабли. Но пока попробуем на невозможном победить эту жабу, эту акваменку, или как ее назвать, я не знаю, аквагерл какая-то. Так, давно я не играл лунными саблями, ребятки. Я знаю, что они вам не нравятся, но мне они очень нравятся. Давай, вот, хорош, видишь, как они мочат. Видишь, и сразу я похищаю у нее здоровье, или что я там делаю. Да, я здоровье похитил, но мне, в принципе, это не нужно. Давай, давай, мочим, вот, отлично. Ну, на, сразу, вот, видишь, как неплохо. Она еще, вот, первый удар нам наносит только. Только первый удар нанесла. Держи, держи, чувиха, так, на. Ах, критический удар, и смотри, вынесла меня. Вот это да, вот это финиш, ребятки. Такого давно у нас не было, такого не было давно. Ладно, собрались. И так, получай, получай, вот, нормально. Еще, на, локтем, держи. Ну, не хочешь, как хочешь, тогда держи вот такой критический тебе удар. И мы отняли себе часть здоровья. Так, надеюсь, она не будет меня ничем кидать. Так, ушла от меня. Ай-яй-яй, и не достали. Ох, ох, ты посмотри, это шок. Опять выигрывать, да что ж ты будешь делать. Нет, нужно вернуть. Нужно вернуть тогда свое оружие, потому что нам
Необходимо зачарование. Это фейл. Мы не можем так играть. Вот что. Что ж, ребятки, попытка номер 3. Замочить эту кваку. Эту квакушку, лягушку. Ух, я не знаю, главное, не давать ей нанести ни одного удара. Надо ее мочить сразу. Так, отлично, я разбурю немножко подкрепилась. Давай еще вот. Кидаем ее. Ну, да что ты будешь делать? Ты посмотри. Ух, защита сработала, это хорошо. Сейчас бы она мне сразу, по-моему, меня победила бы. Давай. Ну, зачем ты промахиваешься, тень? Ну, мочи, вот, отлично. Давай, вот. На, держи, я разбури, ну. Ах, не попадаем. Давай. Вот, а сейчас попали, отлично. Теперь бы кровотечение нам, ребятки, вызвать. Вот, есть, кровотечение вызвали. Еще по куполу бьем. Все, ну, давай, все, отлично. Первый раунд за нами. Невозможно, ребятки, раунд второй. Все, так, все, держим кулаки, ребятки. Обратите внимание на ее, на нее, этот, как его, что у нее там, как он, плащ, вот. Ты видел там, какие глюки у него с плащом, он висит как-то непонятно. Не трогай меня, на, держи, давай, вот, отлично. Так, отойдем, и два раза, вот, хорошо, еще зажимаем ее тут. Ну, тень, ну, есть, отлично. Кровотечение, давай, кровотечение, ну же, где же мое кровотечение, есть, отлично. Я разбури, сработало. Так, теперь заводим. Есть, и выиграли. Ух, отлично. Ух, это было невозможно, ребят. Но мы выиграли. Выиграли. Круто. Так, и у нас что? У нас еще, похоже, и... Нет, так, 45 уровень. Неплохо, ты получил новый уровень. Сайфер мне говорит. Окей, давай переходим в... Ух, это что такое? Дезориентация. 30% шанс на усиление одной атаки на 30% после попадания метательным оружием. Это что такое? Рикошет. Заблокирует урон от метательного оружия. Ладно, давай вот такое изучим. Не знаю, что это такое, конечно, но... Хорошо, изучаем. Так, у нас 45 уровень. И так, нет, огненный всплеск. Естественно, я не буду выбирать. Давай, заходим в оружейную. Ой, я не могу ничего прикупить, ребят, потому что, смотрите, какие-то пьезокозы. Я понимаю, козы говорю, пьезокозы. Пьезокосы. Вот, пьезокосы у нас, но... нет, давай выберем тяжелую кусаригам, потому что мне необходимо сначала нафармить себе побольше этих ММДенсинов, чтобы прокачать другое оружие и на нее наложить вот это ярость бури. А пока у меня, как ты понимаешь, нету ММДенса. Поэтому будем пользоваться своими доспехами, вот этими старыми всякими, дабы сохранить себе ярость бури. Да, хорошо, прокачиваем. Хорошо, что у меня... Ой, у меня закончились эти электронные деньги какие-то. Я не понимаю, что это за штуки такие. Ну, ты понял, микросхемы какие-то. Вау. Охотничья маска. Ничего себе. Вот это да, вот это крутая маска. Ну, опять же, нет, не хватает. Нет у меня ММДенса. Сначала нужно... Ой-ой-ой, не хватает ничего. Тогда используем кристаллы. Сначала нужно ММДенса побольше нам нафармить. Потом уже... Так, испепелитель тоже, как ты видишь, я не могу купить. Могу, конечно, у меня ярость бури пропадет, так что пока не покупаем его, пока пусть испепелитель ждет. Наверное, я между сериями постараюсь нафармить побольше ММДемса, и потом мы с тобой сможем купить другое оружие. Так, и у нас 45 уровень, и следующий у нас боец. Это какой-то легко какой-то. Ну, естественно, его не зовут легко, его зовут Капкан. Ха. Ты думаешь, что я попаду в свой капкан, ты ошибаешься, мужичок, похожий на медведя или барсука. Не знаю, вот у него, смотри, вот эти пьезокозы. Я не знаю, как они мочат, не помню уже. Но, по-моему, не, довольно-таки неплохо, он там крутится, как ниндзя-черепашка, по-моему. Ну-ка, получай капканчик, давай. Вот, видишь, какие он сальто вытворяет. Он неплохо такие делает выкрутасы. Но пока я говорю, у меня нет ММДенса, на, держи. Все, упал, есть, упал, отжался. Схватился за живот, у него, видать, зажурчало там что-то в животе. И все, и он погиб. Так, давай, получай, вот капканчик, отлично, неплохо начало. Может, перфект будет, да? Да. Видишь, как мы круто с тобой играем, вообще просто крутые чуваки. Так, нормально мы с тобой зарабатываем ММДенса, опыта много зарабатываем. Так, что дальше? Может, на затмении давай? Эй, затмение включись. Вот, отлично. Давай на затмении гасить всех этих чувачков.
Так, какая-то обезьяноподобный человек, не знаю, Сигнус, со своей указкой. Со своей школьной указкой взялся, со школы своровал указку и сейчас махает ей. Так, не хватит. Ух, вот это да, пинок был больно, больно. А, да хватит тыкать меня своей указкой, а. И посмотри, что творит. На, на. А, нет, не получилось. Вот, 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 хорошо получилось. Держи, держи, покуповый, давай кинем его. Нет, не кинули, ну ладно, он так, по-моему, упадет, да. Видишь, опять живот зажурчал, и он упал. Так, кто, кто? А, ты же, опять же, вот. Хорошо, давай вот такой удар попробуем. Оп. О, хорош, сейчас пропечатаем. На, держи, еще магию ему. И по куполу, и перфект. Это перфект, ребятки, да, отлично. У нас, смотри, со второго раунда всегда перфект получается. Хорошо, круто. Так, 4500 опять миллионов опыта мне дают. Как быстро он у меня прибавляется. Да, довольно-таки быстро, между прочим, 46 уровень, не за горами, ребятки. Ух ты, раптор какой-то, какой-то крокодил. Похож на крокодил. На крокодила или на ящерицу, я не знаю, на кого похож, ребята, пишите в комментарии, как вы думаете, на кого похож он больше всего. Или ящерица, или крокодил, или, я не знаю, динозавр может какой-то. Не, ну больше на ящерицу, наверное, похож. Все, перфект, смотри, ничего себе мы этого крокодила вынесли с тобой. Крокодил дил-дил плывет, крокодил дил-дил приплыл. Так, давай мочим дальше. На, держи. Ох, и вырубили ему оружие. Так, ну все, крокодильчик, теперь тебе осталось зубки твои вырвать, чтобы ты больше не кусался. И держи, на. Все, перфект, опять за живот хватается. Ох, журчание тебе в животе. Надо принимать смекту крокодила, чтобы у тебя не болел животик. Так, отлично. 4,5 опять миллиона опыта. А, так, что Саван был таким героем, он проиграл, как и многие до него. Но вместо того, чтобы принять поражение с достоинством, он стал служить Титану. Ага, и что? Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Титан настоящий монстр. Чужая жизнь для него пустой звук. Так, Сайфер принимает твой вызов, прикинь. Так, затмение, ну давай затмение. Твоя схватка с ним неотвратима, но ее исход еще не предопределен. Одной силы будет мало, покажи мне все, на что ты способен. Окей, давай, чувак, я готов. Ох, я подкачался немножко, все, я готов. Так, Сайфер? Сайфер, Майфер. А, это ты! Чувак, это ты! Ты против меня хочешь выступать? Ты что, совсем сумасшедший какой-то? Не понимаю. Посмотри, ну он явно не, с ним что-то не в порядке. Ты видишь, какие он очки носит? Ты что кинул тут? Эй, прекращай кидать свои ловушки. Это что такое? Что за лепешку ты тут мне положил? Убирай свои лепешки, хватит их раскидывать. Посмотри, взял какие-то лепешки мне тут наклал. Ну-ка иди сюда. На, получай, держи. Почему он на свои лепешки не нарывается? На, вот, встал прям на свою лепешку и все. Падай давай. Ох, отлично. Тоже опять смех-то не принимал и упал. Так, еще разочек нужно, говорит, меня замочить. Так, на, держи, это я могу, это я умею. Ушел. Ух-ух-ух, вот это пиночек был неприятный. Я понимаю, наверное, там тебе нос даже сломал я. На, держи, вот я разбурю и все. Перфект? Нет, не перфект. Ну, мочканули его. Ученый муж, смотри, мне дает ачивочку какую-то. У вас новое достижение, ученый муж. Окей, 500 всего XP мне дали. Че так мало-то? Так, и что теперь? Что ты теперь скажешь, Сайфер, Майфер? Да ты силен, но Титан не просто жестокий боец. Он способен иссушить твой разум. Его воля станет твоим законом. Впрочем, выход есть. Когда-то этот мир населяло древнее племя. Титан не смог сломить их волю и потому приказал уничтожить всех до единого. Тем не менее, одному из них удалось спрятаться. Я пытался найти его с помощью Кроноса, моего лучшего изобретения. Калли говорит, да, я помню тот случай, Кронос вернулся безумным, разнес тут все и снова исчез. Сила древнего безмерна. Он стер память Кроноса и приказал ему очистить этот мир от зла. Сейчас Кронос орудует где-то возле фабрики Титана. Значит, Кронос наш единственный шанс найти древнего в путь, говорит нам какая-то девочка. Так, у нас, смотри, стадия невозможна. А, фабрика, Кронос скрывается где-то на фабрике, ну иди его. Окей, давайте выключим на всякий случай затмение, потому что я боюсь.
Кронус говорит, как смеешь ты мешать вестнику древних? Я слышу их, они гневаются, наблюдают. Во что титан превращает этот мир? Яви свой истинный лик, зверь, в бой. Так, и с кем мы будем сражаться, ребятки? Ух, ничего себе! Вот это армия! Вы где их набрали, этих железных, жестяных этих балок? Так, мародер какой-то. Ну что, мародер, как ты дерешься? Ух, ток, промахнулись. Ничего кидать меня не будешь издалека, а? А то они любят покидать. На, держи. Видел мою мясорубку индезит, а? Ох, это было больно. Ушел, на, держи. Ногами, пихаем его. О, нет. Что такое? Да что такое, хватит, мах. Ты посмотри, а что творить. На, держи, мародер. Ну все, падай уже. Ну, ушел, вот, отлично. Ух, хорошо, что я немножко скомбинировал, там ударил ногой, и наш мародер упал. Так, следующая жестяная банка какая-то, я не знаю, взял какую-то вешалку, что ли. Зачем он вешалку взял? А, нет, это не вешалка, ну, похоже на вешалку. Так, ну, давай, держи, мародерик. Ух ты, вот это уже серьезный боец. Так, отстань от меня, говорю, на, держи, вот, отлично. Давай, магию. Так. И заводим. Нет, не получилось, эх, жалко. Да ушел ты, ты что творишь-то, а? А ну-ка упал. Ох, смотри, что делает. Ой. Ну, держи, чувачок. Так, давай, заводим. Вот, отлично, кровотечение вызвали. На, еще покупал, и опять заводим, нет, мимо. А, все, что ли? Ух, хорошо, так. Ну, отнял он, конечно, мне много. Вот сейчас бы мне пригодилось, конечно, оружие, которое возвращает мою жизненную энергию. Ну, ты понял, да, короче, как это называют? Неистоса. Ну, в общем, она возвращает мою жизнь обратно. Так, давай магию сразу этому мародеру. Их всех мародеры зовут, что ли? И держи. Нет, не зажимай меня. На, вот, хорош. И на тебе, ярость бури, вот. Ох, тут, ребятки, он ни разу мне даже не нанес урона. Так, следующий. Ох, смотри, какая железяка, а, киборг какой-то просто. Ох, и с этими, вон этими, как их звать-то? Ну, ты понял, этот, пневмокоза, короче, как-то я ее так называл. Так, магия, ой, мы его кинули, но это тоже неплохо, давай, назад отскакиваем. Давай, магия, ну, ничего себе он отнимает, вот это да, вот это пипец, смотри, как он много отнимает. Ух ты, вот это да, это будет нелегко, ребятки, я так понимаю уже. Так, я понял, что это будет нелегко. Так, на, держи, ох, три комбо. И я разбури, ну, ух, есть, нету. Так, давай. Ох, все, пипец, вынес меня этот мародеришка. Ладно, подожди, ну-ка давай, пока в турнире получается. Опять эта квакушка, а? Ух, ребятки, а? Что же так нам не везет-то сегодня, а? Это у нас сегодня серия, просто не хочется мне, конечно, вырезать. Я бы мог бы поиграть там, вырезать. Ой, так, ой, это же безумно, а я тут болтаю. Ну-ка давай, мочить ее. Давай, гасим. На, держи, покупаю, шляпу снимай, говорю. Ты же киборг, зачем ты шляпу одеваешь? На. Ой, зря я так сделал. Мне же оглушение было. Ах, и все, она мне вынесла еще и шок, выбила оружие. Ух, так, ладно, второй раунд. Так, собрались, тень, давай, собрались. Возьми всю свою силу в кулачки и давай мочим. Ух, отлично, первый удар был за нами, и мы неплохо так отняли. На, ногой, видишь, как вовремя ногой я ей двинул. Ой, защиту ставь, что ж ты не ставишь защиту-то, тень. Так, давай, вот, и сейчас заводим. Заводим, вот, хорошо, вот это нормально, вот это мне нравится. Давай, заводим. И ногами ее выпинываем отсюда. И заводи. Ох, хорошо, молодец. Ох, пока машинка кое-как справилась, ребятки. Так, файт, давай, гасим. Ух, первый удар за нами. И заводим, вот, хорош, так, быстро, нормально. Так, отошли немножко, и простые удары, два простых удара. И я разбури, вот, хорош, вообще нормально. И ногами допинываем. Ушла, ох, кинула меня, смотри. Ну, защита у меня срабатывает, и я ее добиваю, нет еще. И вот сейчас, ох, отлично. Ух, у меня даже перфект должен быть, по-моему, но нет. А, она меня кинула, но у меня защита сработала.
Ох, хорошо, так когда мне дойдут уже 46 уровень, а? Сколько мне там еще нужно гасить? Ой, еще много, смотри, следующий у нас безумный какой-то. Ладно, давай продолжаем. Риса, опять этот плов, а? Этот плов опять на нас сейчас будет нападать. Со своими топорами, смотри, топоры как у мясника, да, практически. На, держи. Так, первый удар за нами, так. Ух, хорош, сработало, на тебе. На, ой, перестань махать, на, держи. Ух, так, заводим, вот, отлично, отлично. Так, и опять он, почему, ачивка же сработала, где? Вон, ты посмотри, что происходит. На, я разбуре применил на дурацком ударе, ну ладно. Так, ух, смотри, вот только сейчас сработало, а ну как же так-то, а? Ну почему так нечестно? Давай, кидаем его, вот, хорош, и теперь удар снизу, а, нет, давай. Ух, хорош, отошли, и заводим. Есть. Рис пауэр, да, окей. Ух. Так, первый раунд за нами. Так, давай вот такой попробуем удар. Первый. Вот, на, держи. Покупал у тебя. И на. Я разбуду сработать? Нет, пока не сработало. Так, ну сработало. Сработало это оглушение, на. Ну, я разбуду срабатываю. Вот, хорош. Смотри, так, и еще. Ну, где магия? А, не успел. Давай, вот сейчас успел. И давай заводим сразу. На, и оглушение еще срабатывает. Ну, зря я ногой ударил. Ну, ничего страшного, думаю, что мы его загасим сейчас. Нет. Ну, давай, падай. Ну, пожалуйста, падай уже, чувачок. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Ой, кидает меня. Смотри, критический удар. Ну, у меня защита срабатывает. Так. Есть, отлично. Магия. И по башке ему. На! Ох, хорошо, победили, ребят. Ух, это было нелегко. Но мы справились. Так, и что, когда следующий уровень? Ну, когда нам дадут? Давайте уже 46-й. Нет еще, ты посмотри. Еще нет. Ой-ой-ой-ой. Так, мне нужен 46-й уровень. Так, что здесь у нас? Выживание, испытания мы с тобой не проходили, смотри. Ух ты, точно. В этом бою противник повышенная защита. Достигни силы брутала, используй только удары ногами, чтобы победить. Ладно, окей. Давай, мы вот это, смотри, на Сигуне мы не прошли. Кстати, у Сигуна еще же оружие даже не отобрали. Ой-ой-ой, у нас столько работы с вами, оказывается, ребятки. Так, и у нас дикарь с огромным своим этим дубином, не знаю, как его назвать. Так, уйди, не махай своей махалкой. Ух ты, смотри, ничего себе. Вот это дубина, а. Дубина стаиросовая, на, держи. Ну, ах, не дотягиваешься, на, зато сейчас дотягиваешься. Так, и что делаем, как его будем бить? Нет, так не дотягиваемся, на тебе, на. Эх, не попадаем, ладно, будем нижний удар использовать. Не получается, опять не дотягиваемся. Да что ты будешь делать, а, на. Да хватит уже, падай, а. Так, вот. А, стиля брутал же мне надо достигнуть. Во, есть, достигнул. Все, и выиграл, прикинь. Вот это круто было. Нормально, чисто сработано. Так, я выиграл. 2 миллиона мне опыта. И что? Скоро у меня там 46 уровень? Нет, еще не скоро. Ладно, давай. В этот бой можно вступить ментальным. А, 43 уровня. У меня все там уже 45-го, 46-го. Нет, 45-го. Стрела какая-то. Привет, стрела. Давно с тобой не виделись. И что ты, стрела, со стрелой пришла, что ли? На, держи, вот это ударище. Вот это ударище и перфект, смотри, 2 удара. Я в прошлый раз сказал, что я из 2 ударов еще не выиграл. А вот и выиграл, ребятки, вот и выиграл. Может, и выиграл, уже не помню. На меня столько уже видео много было по шадовфайт, что я не помню, ребятки. Ну вот, нанес уже я 4, по-моему, 4 или 5 ударов, и я выиграл. Так, за 6 секунд я ее положил, ребята. В прошлый раз вообще не знаю. Кто заметил, напишите в комментариях, за сколько секунд я ее в первом раунде положил. Так, так. Тень, помнишь часы затмения, та-да-да, я все понятно. Так, в этом бою ты победишь, если наберешь 5 очков за нанесенные критические удары. 5 очков за критические удары за 99 секунд. Эх, можно просто... А, нет, может, разные комбо надо как-то использовать или что делать? Непонятно, ребята, ладно? Так, вот видишь, смотри, не критически. Так, нет, не критически. На, не критически, на, не критически опять, вот так. Нет, не, вот первый критический.
Так, ладно, один нанесли удар. На. Как? Критически? Это когда с ног, да, свалил, по-моему? Ох, хватит махать своей дубиной, а верни ее в забор, где ты ее взял. Так, на, вот еще один критически. Так, ладно, хорошо. Хорошо, так, как еще один критически нанести? Давай, заводи. Нет, не критически опять. Сейчас он критически? Нет. Ах. Смотри, махает ей, как не знаю чем. Нет, не критически, вот так. Не критически, нет. Ну как критически-то наносить, а кто мне расскажет, что расскажет? Смотри, я уже какие комбо наношу, все равно не критически, а. 43 секунды остается, ребятки, ну что ж делать, а? Ну, наноси критический тень. Вот, есть критический. Еще третий. Еще один. Есть, отлично. И, ну, когда еще один будет? Давай, 31 секунда, и мне осталось всего лишь один удар нанести ему, и все, я выиграю. Ну, как это сделать, непонятно, а? Как это сделать, ребята, на. Нет, не критически. 15 секунд остается. Давай, наноси. Есть. Наконец-таки. Ух, выиграл. Ух, молодец ты. Я не знаю, как они считают эти критические удары, что я должен сделать, чтобы эти критические удары у меня получились. Непонятно, ребят. Непонятно, и у меня до сих пор 45 уровень, а в этом бою противник уязвим только для магии. Магия заряжается только при получении тобой урона. Все, отлично. Все, теперь пробуем мочить вот с помощью этой магии. Давай, где. Так, в бой. Бой, все понятно, да, давай. Ах, попытка номер... Какая там у нас? Номер 2, по-моему. Сегодня вообще будет много повторных попыток. Давай, бей. Сразу бей меня. Давай, делай мне больно. Да, не кидай, а просто бей. Давай, вот, молодец. Еще разок. Давай, вот, хорош. Вот, молодец. Вот, давай, еще бей. Ну. На, ох, хорошо, молодец, больно мне как сделал, ой, как мне больно, не могу, просто, не надо кидаться, надо бить, говорю, надо бить, дай, хватит кидать в меня, давай, бей, вот, молодец, вот, бей, она же замахивалась только что, ох, молодец, еще давай, быстрее, мне надо, чтобы восполнилось, давай, быстрее, бей, вот, молодец, да что ты будешь делать, я пытаюсь бить, чтобы он меня... Не использовал этот, ты понял, как она. Защиту, чтоб не ставил. Давай, бей. Ну еще. Пожалуйста. Да не надо кидать, надо бить просто. Просто бей. Давай, я иду к тебе. Вот. Ну, магия, что там? Что там с моей магией? Давай, восполнись. Есть, отлично, восполнилась. Так, теперь надо ее поджарить. Ах, фейл! Что ж ты будешь делать? Ну сколько можно, а? Когда это закончится уже, ребята? Эх, просто ладно, давай бей. Выигрывай уже мне. В следующем раунде я попробую поджарить тебя. Давай. Надо было луч, можешь использовать, а? Давай, ну же, бей. Ну, пожалуйста, бей. Просто, вот, молодец, кидай, да. Кидаешь, много восполняется магии. Давай, ох, отлично. Ай, половину мне восполнила, но мы не смогли победить, ребят. Так, хорошо, давай. Давай, бей. Бей меня, ну. Ломай меня полностью, ломай. Вот, молодец, кинула. Так, еще, бей. Еще, ну, еще разок. Еще, давай. Вот, молодец. Так, теперь надо ее как-то врезать ей. Так, чтобы она упала и попробовать магию применить. Давай, ну тень, да что ты делаешь? Нижний удар надо делать, вот. Так, давай. На, вот, и поджариваем. Есть, отлично, наконец-таки, а. Ух, поджарили эту цыганку, сделали из нее цыганскую сосиску. Так, жареную, так, хорошо. Давай, ух, первый удар за мной, ну толку от этого. Давай, бей меня, вот, молодец, кинула. Смотри, видишь, как сразу много. Вот, еще кидай, да, вот так и правильно. Вот, еще давай кидай меня. Кидай. Вот, молодец, все. Видишь, а ты говоришь, не умею кидать. На. Ах, опять магия потратилась. Кидай опять тогда меня, давай, девка. Давай, цыганочка, кидай. Да нет, не надо ножи кидать. Просто меня кидай. Вот, молодец. Кидай еще, вот.
Нет, 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 не надо защиту ставить, тень. Не ставь защиту, пусть она кидает. Пусть она нас кидает, тень. Пусть, пусть кидает, бей, кидай. Вот, давай, 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 время идет. Время идет, кинь меня разочек, пожалуйста. Просто кинь, вот, молодец. Молодец. Так, надо ее теперь положить куда-то на землю. Вот, и магия. Давай, поджаривайся. Ух, ой, как, а ну что за дебильное задание? Кто его придумал? Ух, это этот, да, как его звать, вот этот мой? Сапфир, или как его зовут? Сапфир. Как его звать? Ну-ка, давай сейчас прочтем. Вот, Сайфер. Сайфер, это ты придумал эти дурацкие задания? Я же тебе уже выбил всю твою дурь, которая у тебя в голове была. Зачем? Зачем он придумывает вот эти дурацкие какие-то так для нас задания? Так, ребятки, ну что, возвращаем свою магию на место, потому что ярость бури нам нужна, ярость бури нам необходима. Так, возвращаем, используем все опять эти чудо эти электронные схемы. Так, давай смотреть, что у нас есть с тобой за оружие. Вот, у нас танфа бластеры какие-то. Так, из зачарования 1700, давай, я беру их, я их покупаю. Зачарование деактивировано, это все понятно, попробуем. Чё? Кристаллы? Какие кристаллы? Зачем мне кристаллы? Зачем они мне подсовывают кристаллы? Чё, с ума сошёл? А-а-а, говорит, монеты можно за кристаллы, у меня монеты просто кончились. Все, понятно. Так, хорошо. Ладно, раз у меня деактивировалась уже сила бури, но нет, я ее оставлю все-таки. Я ее оставлю. Сейчас мы попробуем танфа, вот эти бластеры. Если они мне не понравятся, то вернем назад свою кусачую раму. Так, это что такое? Шлем мародера. 46 уровень. Стоит, не стоит покупать. 76 стоит аж, а? Так, это что такое? Перегрев. Каждый пропущенный удар может увеличить урон от вашей следующей атаки на 100. Так, ну в шлем очень тяжело попасть на самом деле. Поэтому давай второе дыхание оставляем пока. Причем здесь у нас восстановление здоровья, поэтому он нормальный. Нормальный у нас такой этот с тобой. Так, это что такое? Так, это пронзатели и испепелители. Так, испепелитель стоит, не стоит. Может, испепелитель купим, а? Давай купим испепелитель. Все равно мы уже профукали с тобой ярость бури, поэтому давай посмотрим, как же она фигачит, эта пушка, или как ее звать. Так, здесь мы все уже, все потратили. Ну что ж, ребятки, давайте отправляемся тогда на фабрику. Где у нас? Иди сюда. Фабрика. Фабрика звезд. Давай. Фабрика киборгов. Пробуем. Так, я же даже не попробовал, как моя танфа-бластеры, эти танфа-бластеры или танфа, не знаю, как их звать. Как они мочат. Так, ладно, давай пробуем. Так, что? Ух! Что они делают? Они стреляют, что ли? Они стреляют или что? Непонятно. На, с разворота. Вот, отлично. Так, первого мародера выхлестнули с вами довольно-таки легко. Так, хорошо, следующий, это этот гардеробщик с вешалкой. Так, давай, гардеробщик. Так, вот такой нижний удар, ну-ка давай посмотрим. Ох, ну просто, так, хорошо, вот, на, держи. И бомбу установили, на тебе еще. И на тебе, ох, отлично, и следующий, ого. Как семечки хлузгаем просто, ребятки. Так, ты кто? Это у нас же Робокоп. Робокоп с ножами и в шапке. Зачем он кепку одел? Не знаю, жарко, может, ему. На, держи, куда ты пошел? Ну-ка, где? Ух ты. На, вот хорош. Бомбу установили. Так, на, ну-ка взлетай. И на тебе еще нашу эту. Ох, вот это выстрел. Ничего себе. Прям как в каком-то шутере, а. Так, вот этот вот злой. Вот этот злой чувак, а. Он постоянно мочит. Он постоянно меня мочит, ребятки. Так, давай попробуем такой нижний удар. Ух, угадал. Угадал я его. На. Эй, ну-ка, пошел от меня. Давай. На. А почему промах... ничего себе, ты посмотри. Опять черепашка-ниндзя тут начинает нас превращаться. Да, давай, взрывайся. И на тебе с разворота. На тебе кулаком или чем там. Нет, не кулаком, а как. Ну, ты понял, да, как это называется? Короче, я ему локтем в нос. Так, ты кто такая? Давай, до свидания, может? Нет? Ну ладно, как хочешь. Так, держись с разворота и бомбы. И жуй и гранату мою, которую я тебе закинул. И пух. Пух, на, перфект, отлично. Ух, гранатку я ей кинул, она ее словила.
Так, и у нас этот киборг, как его звать, я не знаю. Кто ты? Сайборг, Майборг, Кронос, вот он. И у него такие же бластеры, смотри. Так, давай с разворота. Ох, и он тоже с разворота, прикинь. Так, на. Есть бомбу, ему устанавливаю. Отлично, лети давай отсюда, Сайборг. Или Кронос, как там тебя, Сайборг, Майборг. На, покушай моего ботанического сада и держи. Эй, почему ты мажешь? На, тень, ну, подбивай его. Есть, отлично, мы вынесли Кроноса, ребятки. Ух, это было не очень-то и тяжело. Робокалипсис какой-то нам дает ачивку. Так, 650, 400 ММДМсенов и 8 миллионов нам аж опыта дали. Круто. Так, что? Ты его отключил. Секунду, я проверю его чип памяти. Готово. Дрянь сейчас в каменном лесу. Не самое приятное место, но что поделать. Окей. Долгое время, да отстань ты со своими этими. Так, каменный лес, смотри. Разыщи древнего в каменном лесу. Ух, нет, знаете что? Это уже будет у нас в следующей серии. А сейчас я предлагаю, ребятки, у Сёгуна отобрать оружие. Мы же его так и не отобрали. Давайте отберем. Так. Да, смотри, просто Сёгун у нас остается. Нам осталось Сёгуна победить, что ли? Да? И все, что ли? Как так? Да. Просто Сёгуна победить. Хорошо, давай, Сёгунчик, иди сюда. Не сигай сильно, конечно. На. Получай. Бомбу держи. На. Вот, молодцом. Так, на. Вот, хорош, два удара карате, видишь, у меня кулаки, акия. Ох, вот это больно, Сёгунчик. Ох, садимся, ну, тень, ты чё? Ух, я забыл, что они тут бросают, на тебе сразу в голову, на. Ох, бластерами не получилось, вот, зато сейчас бомбу установили. Ох, полетел как, на тебе. Так, и ногой ему, красиво, нет, не получилось ногой. А вот сейчас, на, есть, запинали, всё-таки запинали Сёгунчика, чтобы не сигал. Так. Ну-ка, давай, иди сюда. Так, какой удар, давай снизу. Оп, на, есть, поймал и бомбу установил сразу, на. Так, отлично, давай ему вертуханку, ну, оп, есть, поймал вертушка ему. Так, давай магию. Ух, что это с ним произошло? А, там бомба, наверное, давай вертушку. Ну, ногой, вертушку, нет. Ох, ты откуда взялся? Я стреляю, ах, я промахнулся, еще раз. Есть, подбили, вот это круто. Блин, как он круто стреляет, а? Просто бластеры эти, крутое оружие, однако. Надо будет зачаровать его, ребят. Мне нравится. Не, держи выстрел. Так, куда ты там прыгаешь, а? Ух ты, смотри, что творит. Ну, я ему с другой стороны. Ах, этот, смотри своей штукой. Ух, сейчас будет метеориты кидать. Ой-ой-ой-ой. Ух, я начал отвлекаться, ребятки. Так, ушел. Так, давай с разворота, на, хорош. Так, бомбу устанавливай, тень. Давай, магию, вот отлично. И с разворота, или как-нибудь бей. Да что ты будешь делать, смотри, мне критический удар уже наносит, а. Стреляй. Фу, ой-ой-ой, не дотянулся. Ух, зато кинул какую-то штуковину, на, держи. Катимся. И бьем. Ой-ой-ой, смотри сзади. Ах, метеориты меня накрывают. 2-1, ребятки, 2-1. Ух, как тяжело, а. Так, хорошо. Хорошо, так, давай, с чего начнем? Давай с разворота сразу, на. Бомбу не удалось установить, а вот сейчас установили. Шок! Он мне оружие выбил! Вот же гаденыш, а! Он выбил мне оружие! Как же так? Как мы теперь его будем бить? Я не понимаю, смотри, я критический удар, конечно, ему нанес, но что толку от этого? Так, кидаем его. Ах, мало отнимаем, наверное, да? Ладно, давай тогда... Ух, бластер, точно! Я забыл, что у меня есть бластер, я могу стрелять! На, держи, чувачок! Сёгунчик, не сигай! На тебе! Так, давай с разворота, на! И да, ах, смотри, кто ко мне пришел! Ух, катимся от метеоритов и бьем его, ну! Ах, опять меня ножом! Ножом! Так, давай! Ах, ничего себе, поражает меня! Ну, давай, карате! Есть, отлично! Кулаком ему врезал, и он упал! Ух, слава королю, ребятки! Ох, выиграли, смотри, оружие Сёгуна. Слава королю, мне дали какую-то ачивку. Отлично, ребятки. Ну что, все, на этом, наверное, закончим, ребят. Как всегда, с вас лайки, подписка, делитесь роликами моими всеми, можете этим конкретно делиться со своими друзьями ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттер, Инстаграм, Фейсбук и везде. Ну и обязательно ставьте лайк, ребят. Всем всего хорошего. Всем пока.
да пребудет с вами сила.